Национальный проект «Экология в Чувашии» на ближайшие 5 лет предполагает целый комплекс мероприятий по охране окружающей среды и сбережению ресурсов. Среди них оздоровление Волги, сохранение биологического разнообразия, восстановление лесов. Сегодня в Чувашии лесопатрульная служба получила 21 новый автомобиль. Сохранение и восстановление лесов – одна из самых важных задач лесотехнической службы в нашем регионе. Больше трети территории республики покрыты зелеными насаждениями. Их надо оберегать не только от пожаров, но и от вредителей, болезней, от негативного воздействия окружающей среды. Новая техника, 17 лесопатрульных комплексов на основе УАЗов «Фермер» и 4 автомобиля «Нива» облегчит работникам службы работу. Отличные машины для лесного хозяйства. Везде можно пролезть, оборудование отличное. Вообще отличная техника. Лесопатрульные комплексы и Нивы – лишь небольшая часть техники и оборудования, которым предстоит обзавестись лесотехнической службе. В течение 5 лет, как будет реализовываться проект, порядка 320 миллионов республика получит на укрепление материальной базы лесничества. Я надеюсь, что все это послужит сохранению лесов, сокращению пожаров, а лучше всего, чтобы их не было в вашем хозяйстве. Чувашия на хорошем счету на протяжении, наверное, последних 9 лет. Многое делается в плане усиления службы. Выделяются средства и из республиканского бюджета. В прошлом году закупили автоцистерны, плуги, другую технику на 53 миллиона рублей. Поддерживается и восстановление лесов. Весной в Чувашской республике было высажено лесных культур на площади 450 гектаров. Это 71% от общего площади годового. Всего на территории Чувашской республики в этом году запланирована высадка на площади 695,5 гектар. Что же касается нынешних лесопатрульных комплексов, они оснащены установкой высокого давления, высоконапорной мотопомпой, ранцевыми лесными огнетушителями, шансовым инструментом и средствами индивидуальной защиты. Автомобили помогут работникам лесного хозяйства проводить противопожарные работы, а в случае возгораний доставлять людей и оборудование в кратчайшие сроки к месту пожара. Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика.